Медвежьи настроения сохраняются на рынке криптовалют до 28 июня. Такое предсказание сделал хомяк Insider. YouTube-шоу Hamster Insider от издания CoinSpot призвано прогнозировать направление рынка на ближайшие 10 дней. Вслед за великими предсказателями Сурка из Панксатони, эксперта по весенней погоде, и осьминогом Паулем, знатоком футбола 2014, по лабиринту в виде символа биткоина бежит хомяк Insider. В самом конце пути он выбирает одну из дверей, зеленого или красного цвета, соответственно, рост или падение биткоина. Создатели шоу отмечают, что прогноз можно считать верным, если 28 июня курс окажется ниже или выше сегодняшних значений. По задумке, новые предсказания будут появляться каждые 10 дней.